Здорово, что мы сегодня все собрались. Вместе с Анной Михеевной Сафроновой в парке «Серпантин» собрались активные череповчане и сотрудники медкомбината. Вместе решили заложить новую аллею. Для посадки выбрали дубы. Много дубов у нас в городе. В парке 200-летие дубы есть, потом в парке Кио есть дубы. У нас на заводе дубовая аллея есть. Теперь дубы прописались и в центре Зашекснинского района. Условия в парке сложные, отмечают специалисты. Для посадки деревьев цех благоустройства и озеленения Северстали специально подготовил высокоэффективный грунт. Им заправили каждую лунку. Этот парк, пожалуй, главный претендент на звание сердца Зашекснинского района. Он соединяет два главных проспекта – Шекснинский и Октябрьский. И единственное, чего действительно не хватает этому парку – это зеленых насаждений. Дубы, товарищи, основательные, растут больше 300 лет, а за ближайшие лет 5 могут подняться на высоту до 5 метров, говорят специалисты. Главное – правильно посадить и ухаживать. Всем участникам акции выдали памятки, в ней подробно расписан каждый шаг. Задача номер один – сформировать поливочный круг. Сам польешь? Сможешь? Давай мы с тобой вместе, давай. В деревне уже много посажено деревьев. Опыт есть, выросли все. Приживаются, но это сразу на следующий год будет видно. То есть как листочки зеленые или желтые, увидим. Думаю, приживется. Участники акции обещали, будут ухаживать за своими зелеными подопечными. Видите, прохладно, сейчас заморозки будут. Нормально. Ну, мы будем поливать. Я рядышком хожу, так я буду поливать вот 3 дубка. Теперь у нас будет своя аллея, радуются сотрудники ЧРМК. Кстати, именно так металлурги отмечают 65-летие электроремонтного цеха. И мы год назад, когда к нам приезжал мэр города Череповца, работники попросили мэра выделить нам такую возможность поучаствовать в озеленении города, на что администрация откликнулась, очень помогла нам в организации. Высаживали дубы под песни и танцевальные композиции. За настроение участников акции отвечали детские творческие коллективы города. Как говорится, поработали и тут же отметили день рождения новой аллеи. Вера Кучеренко, Егор Плюснин, новости.